Мир вам, братья и сестры! После такой песни, кажется, и не надо было проповедовать песню величия Господа Иисуса Христа. Тема моей проповеди, продолжение, может быть, для кого-то покажется слишком унылой темой, но для меня эта тема, наоборот, радостная и предупреждающая. Это тема «Судьба человека без Иисуса Христа». Судьба человека, который не принимает Иисуса Христа. Это продолжение послания римлянам, 1 и 2 глава. Мы с вами говорим немало о Божьем гневе. Бог много раз, многократно и многообразно говорит нам и предупреждает о судьбе человека без Бога, без Иисуса Христа. В Писании гораздо больше мест и предупреждений о Божьем гневе, о Божьем суде, гораздо больше, чем мест и слова о любви Господа. Зачем? Почему? Для того, чтобы нам страшно стало? С одной стороны, нет, с другой стороны, да. Почему Бог, который есть любовь, так много говорит нам и предупреждает о своем гневе, о печальной, ужасной судьбе человека без Христа? Потому что Он любит. Когда нас предупреждали родители, они всегда нас предупреждали, чтобы не наказывать. Не для того, чтобы наказывать, а чтобы не наказывать. Если нас наказывали, то с одной целью, чтобы мы не попали, чтобы мы не оказались в более худших обстоятельствах, из которых нет выхода. Бог открыл людям слово, истину о том, что за гранью жизни, что за той границей, когда человек заканчивается жизнь человека, он сталкивается со смертью, как Господь говорит, что нам придется вкусить этот горький, вот эту горькую вещь, смерть, если он не придет, если мы не дождемся его пришествия, восхищения церкви. Но что стоит за гранью, за границей? Бог любит тебя, Бог любит людей, поэтому и предупреждает. Я в основании слова своего зачитаю из послания римлянам подобные, те же места Писания, которые я читал в прошлый раз. Римлянам 2 глава, с 3 по 9 стихи, стих 16. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божьего, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и еллина». И 16 стих подводит итог этим размышлениям о судьбе человека без Христа. «В день, когда по благовествованию моему, Павел говорит, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, об участи грешников, людей, не принявших Христа, надо говорить». И я повторял это не один раз. И не потому, что у нас какой-то гнев на людей, нет, как раз наоборот.
Я иногда едешь на машине, смотришь, человека пробило колесо. Ну, если помочь не можешь, скажешь: Господи, помилуй его, Господи. Сегодня люди боятся третьей волны коронавируса, и мы все, может быть, в каком-то смысле, что мы думаем? Господи, помилуй нас, помилуй наш народ, не наказывай его. Мы всегда, сердце наше отражает то, что в сердце Бога, то, что в сердце Иисуса Христа. Братья и сестры, как нам, это может быть побочный совет, вот хочешь ли ты смотреть на каждого человека свободно? Свободно в глаза, свободно с ним разговаривать. Знаете, в чем секрет свободы твоей личной? Всегда смотри на человека с благословением, благословляя его. Даже если он тебе, может быть, и горечь допустил, он или она, но благословляй его, и ты будешь свободен. Так Бог смотрит на людей с благословением, но Он предупреждает. Если ты любишь грешника, ты будешь предупреждать его. Если ты любишь себя, ты не будешь предупреждать. Потому что ты, христианин, будешь стараться вот так по жизни идти, чтобы никто не затронул, чтобы как-то было внутри комфортно. Но ты тогда не исполняешь волю Божию. И на самом деле это не любовь к людям, а некая небрежность, равнодушие. Братья и сестры, какого доктора вы бы избрали себе? Если не дай Господь, но заболели, и вам болит, и нужно делать операцию. Какого доктора? Того, кто скальпелем наносит вам раны и причиняет вам боль, даже до крови? Или того, который будет говорить вам: я понимаю, что тебе болит, понимаю, сочувствую, уважаю твои чувства, я знаю, что ты не хочешь, чтобы дотрагиваться до твоих больных мест, я и не буду дотрагиваться. Иди с миром, я не хочу причинять тебе боли. Я уважаю твои чувства. Какой же будет результат? В первом случае, хотя и с ранами, и болями, раны от операции, ты останешься жив. Во втором случае, у тебя не будет ран, твои чувства уважил доктор, но ты умрешь. Тебе отнесли с уважением, но ты умрешь, потому что тебя не вылечили, не сделали операцию. Вот так Писание с великой любовью предупреждает людей о Божьем суде, о судьбе без Христа. Участь людей без Христа мы прочитали с вами. Ярость и гнев, скорбь и теснота. Гнев исходит от Бога. А скорбь и теснота – это то, что будет сопровождать тебя, дорогой друг, если ты не принял Христа, будет сопровождать всю вечность. Даже участь на земле людей без Бога, она печальна. Она на первый взгляд кажется хорошей, интересной. Она кажется как золото, как бы блестит. А Бог во гневе своем, как я раньше говорил, оставляет людей в плен, их беззаконий, интересов, их целей. В книге пророка Осии написано, 4 глава, 17 стих, Бог говорит: «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Так привязался Ефрем к идолам, что Бог говорит: «Оставь его». Там речь, слава Богу, еще идет о земной судьбе, но все равно Бог оставляет человека в его слепоте, хотя он живет интересно. Бог оставляет человека в его упрямстве, в его упорстве. Бог ожесточает сердце, потому что человек ожесточает сердце, не идет к Богу. Бог оставляет людей на собственные желания. Бог дает свободу. Это очень опасно, это тревожный звоночек, дорогой друг. Если ты сегодня находишься в этом собрании или слушаешь, смотришь нас в режиме онлайн –
Бог оставляет людей на твои собственные желания и похоти. Человек изощряется в своих похотях. Это значит, Бог оставил. Они оставлены Богом на свою жадность, алкоголизм, нечистоту, гордыню, зависть, собственное равнодушие к Богу. Они оставлены на то, чтобы не идти к Богу. Это очень опасное состояние. Других ярость и гнев. Других людей настигает ярость и гнев. Хотя кажется, вы не замечали, что в Писании есть слова, Слово Божие, которое относится не просто к людям, так как бы второго сорта, может быть, алкоголикам, наркоманам и так далее. А Бог оставляет свои ярости и гневы и других людей. Смотрите, Псалом 91, стих 8. «А делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Они оставлены Богом в их мимолетных радостях. Хотя они цветут, хотя, может быть, ты цветешь, это слово Господа, исходящее из его сердца, которое предупреждает тебя и меня. Люди оставлены в их мимолетной радости. Их процветание приносит им проклятие и скорбь. Они радуются удовольствием за удовольствиями, а потом приходят бедствия и пагубы. Неизбежно. Некоторые люди прокляты в своей еде, потому что оставляют Бога. Псалом 68, 23 стих. «Да будет трапеза их сетью, и мирное пиршество их западнёю». Это класс людей, может быть, ты в этом классе находишься, жизнь которого и бизнес сопровождается банкетами, корпоративами. Это еда. Сама жизнь становится невидимым проклятием. Они живут лишь для того, чтобы наполнить чашу гнева Божьего. И это Бог предупреждает, нас с вами предупреждает тебя, дорогой друг, из любящего сердца. Жалея нас, жалея человека, они никогда не найдут удовлетворения в своих удовольствиях. Они не находят утешения в своих делах. У них отсутствует мир совести. В этих людях живет постоянная тревога. Они живут без Бога. А иногда доходит до того, что они оказываются как Иона. Мирно спят, хотя надвигается Божий суд. Они живут без Бога. Они не знают радости присутствия Божия. Это первый этап, первая ступень, когда Бог оставляет людей на скорбь и тесноту, на ярость и гнев. Сколько человек живет на этой земле? Сколько ты, друг дорогой, можешь прожить? 20, 40, 60, 80 лет? Екклесиаст, 9 глава, 3 стих. «Сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, а после того они отходят». Смерть для них – это потеря всего, это мрак, это шаг в неизвестность. Человек без Христа лишен надежды, лишен мира, а праведник имеет все. Праведный и при смерти своей имеет надежду. Границы их жизни обозначены без изменения. Подходя к последней черте, а где вы это услышите, братья и сестры? Только в церкви. Вернее, точнее, из Слова Божьего. Человек уходит без надежды. И если вы наслаждались относительными похотями, радостями, то смерть лишит этого всего. И все желания, которые были, много было исполнено, смерть лишит. Они ожидают лучшего, но удел разочарования и горя. Ярость и гнев – скорбь и теснота человека без Иисуса Христа. Многие молодые люди умирают, и со смертью заканчивается их похотливая жизнь. Одним Бог дает тяжелую старость, наверное, для того, чтобы раскаялись, чтобы успели в последний момент прийти к Господу, потому что Бог ждет каждое мгновение. И вы знаете, в Писании написано, что ангелы на небесах радуются одному грешнику,
который кается. Вот человек покаялся, принял Господа, и небо ликует, поэтому на небесах постоянная радость. Когда-то об этом будем говорить. И Бог дает иногда унылую радость, скорбную, чтобы человек опомнился и пришел к Богу. Они оставляются Богом на скорбь и тесноту. И, может быть, ты окажешься на больничной койке, и даже там люди упорствуют. Наверное, многие из вас посещали больных. Мне пришлось как бы по долгу служения, и когда из родных наших кто-то уходил в вечность, я ходил в палату, я разговаривал с людьми, пытался поговорить с теми, которые уже обречены были умереть. И сердце настолько было ожесточено, что просто не хотели разговаривать. Уходи из палаты, и все. Они обречены. А вокруг тебя соберутся врачи, друзья, плачущие тебе. Но такие, как и ты, которые ничего не смогут тебе дать. Человек уходит с этой земли в болях и муках, без мира, с Богом. Скорбь и теснота, ярость и гнев. Приговор ему давно готов. Плач и скрежет зубов. Ты увидишь в вечности, если ты не примешь Христа, ты увидишь обратную, реальную сторону твоей жизни и твоего поведения, и твоих желаний. Обратную, отвратительную сторону удовольствий, похоти и грехов. Грех в Писании назван ядом, жалом. И это жало принял Христос на себя. И этот яд, он испил этот гнев Божий за грех наш. Но если ты не примешь Иисуса Христа, то ты вкусишь этот яд и этот гнев не просто на больничной койке, но ты будешь вкушать всю вечность. Ты увидишь глупость свою в жизни без Бога. Сегодня мир для людей кажется не таким, каким он есть на самом деле. На самом деле, кто без Бога, кто без Иисуса Христа, он не имеет реального представления о мире, о реальной жизни, даже здесь на земле, а тем более вечности. Жизнь для тебя без Бога кажется лучше и комфортней. Тебе не нужен Бог. Тебе не нужен Бог сегодня. Завтра ты не будешь нужен Ему. Потому что ад, мучение – это та атмосфера, в которой люди будут жить без Бога. И человек не представляет. Они, а может быть и ты, кто сегодня слушает и смотришь, воспринимали когда-то или воспринимаете проповедь о Божьем суде, предупреждавшего тебе о Божьем суде с улыбкой, с ухмылкой, как будто тебе не коснется. Ты насмехался, ты складывал анекдоты о Божьем суде, но как содрогнется твое сердце, когда ты предстанешь перед Богом, перед тем, о котором ты шутил, над которым смеялся, как сократятся мышцы твои, как кровь застынет в твоих венах, когда ты предстанешь перед Богом, перед Божьим престолом. Вечность предстанет перед тобой во всей ее силе и славе, во всем свете. Ты думал, ее нет, а она есть. Ты думал, Бога нет, а Он есть. Ты допускал, что Бога нет, а Он есть. Ты думал, что пронесет. Нет. Ты будешь плеваться и проклинать те фильмы, байки, рассказы о потусторонней жизни, которыми люди тешат себя, что обойдется. К сожалению, либеральное богословие сегодня усыпляет христиан о вечном суде. Есть определенные даже взгляды, что там будет только мучим антихрист и дьявол, а все остальные как-то обойдутся. Ты в отчаянии будешь рвать на себе волосы и кусать за уши. Ты проклянешь себя за то, что не поверил словам Библии, что не обратил внимания на Слово Божие. Ты с горечью будешь вспоминать, что у тебя на полке лежала Библия,
или стояла Библия, а ты не заглянул в нее. Слово о Боге, о покаянии казалось тебе несвоевременным, неуместным. Ты относил его к старости. Ты проклянешь тех людей, тех кумиров, которым ты поклонялся, и тебе не было времени для Христа. Ты проклянешь своих друзей и подруг, которые отвлекали тебя от церкви, которые говорят: не ходи к тем баптистам, не иди в церковь, не будь фанатиком, в своем сердце верь. Это одно из заблуждений, которое ведет людей к погибели. Ты будешь с горечью вспоминать те моменты, когда Бог давал тебе шанс, а ты пренебрег им, давал шанс покаяться в своих грехах. Ты устыдишься тех моментов, когда ради своей карьеры, ради своей славы, ради своей работы, ради своей зарплаты отказывался признать свою веру в Иисуса Христа. Тебе не спасет твое меценатство, твои добродетели. Ты отверг Бога, ты пренебрег Его. Бог ни с кем не может делить власть и славу свою в нашем сердце. Там нет, не может быть конкурентов. Бог един Царь, един благословенный Бог. Ему поклоняться, Ему служить. Он наш Спаситель. И вот настанет день расплаты. Скорбь и теснота, ярость и гнев, плач и скрежет зубов, мучения во веки веков. Тот день придет. Друзья, я знаю отчасти, кому сегодня обращаюсь здесь, в нашей церкви, наши братья и сестры. Но обращаюсь ко всем. Бог будет судить мир через Иисуса Христа. Сегодня Иисус Христос во славе. Мы вспоминали Его страдания, Его смерть. Он умер в немощи, но Он жив в славе. И как в прошлый раз я вспоминал, когда апостол Иоанн, которого сослали на остров Патмос, находился в скорби, в удрученном состоянии. Он не знал, что с ним будет в пустынном каменистом острове. Когда Господь явился ему, и он увидел Христа во славе, и он упал как мертвый. И там Христос открыл свое сердце, проявил свое сердце, он прикоснулся к нему. «Не бойся», — говорит, — «не бойся. Я есть первый и последний, альфа и омега. Имею ключи ада и смерти. Я есть первый, я есть последний», — Христос говорит. Мы прочитали с вами послание Римлянам, 16 стих 2, главы: «В день, когда по благовествованию моему», — Павел пишет, — «Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Придет тот день. И поэтому сегодня еще есть время покаяться, по крайней мере задуматься. Слово Божье о суде является частью радостной вести о спасении. Мы должны помнить слова Господа Бога: «Не хочу смерти грешника». То есть он не просто, Бог говорит, как бы, как мы иногда люди от себя чину, чтобы сказать, чтобы впечатлить кого-то. Нет, нет. Он из любящего сердца, но из сердца святого говорит: «Не хочу смерти грешника». И если мы, братья и сестры, с вами не договариваем, умалчиваем или опускаем эти серьезные слова по отношению к людям, с которыми мы сталкиваемся, мы не проявляем должной любви к этому человеку. Пусть Господь благословит. Завтра наступит скоро для каждого, а для кого-то, может быть, наступить и сегодня. Поэтому пусть Бог благословит тебя, дорогой друг, нас, братья и сестры церковь, помнить эти слова. И серьезно с людьми говорить, много-много раз повторяю это. В любом случае спасение, пока мы на этой земле, спасение в Иисусе Христе. Но оно не является некой витиеватой вестью. Вот прими Христа, ходи в церковь, будет хорошо. Это очень серьезно. Судьба человека без Христа – это вечное мучение, вечное проклятие. Придется и в следующий раз об этом поговорить. Что же там, за гранью этой жизни, за границей смертью? Что там происходит? Писание очень ясно об этом говорит: ради нашего и твоего спасения.
Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Ему. Отче наш, благодарим Тебя за Слово Твое, за любовь Твою, Господи, за Твои предупреждения. Благодарим Тебя за вспоминание Твоих голгофских страданий, потому что Ты, Господи, взял на Себя весь ужас ада, смерти, проклятия, огненных страданий. Но молим Тебя милости, благослови, чтобы кто в нашей церкви еще сегодня в собрании принял Тебя, задумался, раскаялся. Кто слушает или смотрит нас, благослови народ Белоруссии, благослови слушателей наших друзей, которые слушают сегодня и смотрят. Благослови их принять Христа, Господи. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.